Приветствую вас и отвечу вам с позиции психологии на ваш вопрос о том, что это может быть. Про синдром отмены вам уже сказали, и я не вижу смысла повторять то же самое. Я вам могу сказать другое, что вот на что мне кажется следует обратить внимание, это на то, что проблема ваша, с которой вы изначально пришли к врачу, не решается. То есть, вы пришли, вам поставили диагноз, значит, назначили лечение, но, поймите, одного только лечения препаратами мало, потому что в данном случае препараты, как и, в общем-то, в любых других случаях, направлены лишь на поддержание вас. То есть, на то, чтобы вы чувствовали себя лучше, на то, чтобы вы чувствовали себя способным, в силах преодолеть свои трудности, которые у вас, собственно говоря, образовались. Лекарства не лечат проблемы, не избавляют от проблем. Лекарства помогают человеку обрести такое состояние, при котором он может решить свою проблему. То есть вы сами говорите о том, сами говорили о том, что ваша проблема просто-напросто перестала вас беспокоить. То есть вы от нее отдалились и думали, что так все будет хорошо. Но проблема-то осталась. Она ведь не делась никуда. И естественно, когда вы перестали принимать лекарства, то, естественно, проблема сразу же дала себе знать, потому что вы ее подавляли. И у вас стало все хуже именно по этой причине. По той причине, что проблема это что? Проблема – это определенные желания, это определенные потребности, это определенные противоречия и так далее. Да? Это проблема. Это определенные переживания по поводу того или иного обстоятельства. Причем переживания негативные. Какие там они уже – это вопрос другой. Но факт остается фактом. Переживания негативны. Вы эти переживания в себе подавляли с помощью препаратов. А поскольку ситуация такова, что проблема это тоже ваше желание, это тоже ваши потребности,
то они не удовлетворялись, а только копились. И стоило вам ослабить подавляющее воздействие на, ну, на проблему, на это обстоятельство, и она вырвалась снова. И именно поэтому вам тяжело сейчас. И кроме этого, вы вышли из состояния, при котором могли свою проблему решить. То есть заниматься вашей проблемой как раз таки нужно тогда, когда вы в том состоянии, что она проблема вас не тревожит. Вот именно так нужно делать. А вы поступили следующим образом. Проблема не волнует, проблема не беспокоит. Ну, значит, зачем что-то делать с ней? Еще раз вам повторяю. Проблема не уходит, если с ней не работать. Поэтому, когда будете у врача, обязательно скажите ему, что помимо медицинского воздействия, помимо медикаментозного лечения, вам еще нужно и психологическое лечение тоже. И либо психиатр направит вас на, значит, групповые занятия, психотерапевтические, психологические, либо назначит вам индивидуальное консультирование психологическое, предпишет вам его, порекомендует, которая и поможет вам убрать свою проблему. Потому что, ну, вот так, как вы сейчас делаете, так как вы сейчас поступаете, это просто, знаете, вот дистанцирование от проблемы. Это просто дистанцирование от проблемы, и не более того. То есть на какое-то вот положительное изменение проблемной ситуации, положительное изменение проблемного момента, да, вы никак не влияете, к сожалению. И я вам могу сказать о том, что это вот не есть хорошо, потому что все-таки нужно работать со своими проблемами, нужно заботиться о себе, а не так, лекарства попили, да, и все, лекарства выпили, и все, и можно делать что хочешь. Так проблема не исчезнет, к сожалению, тем более, что у вас эта проблема, она, если я правильно понял, довольно продолжительное время, вот, и так просто она не уйдет, эта проблема. То есть лекарства, они, лекарства не способны вас вылечить, они способны поддержать, но не способны вылечить. Поэтому я рекомендую вам попросить, а если вам не захотят, то требовать, психологическое лечение себе, потому что вам это нужно. Вот так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. Интересно, что вы
испытывая дискомфорт, испытывая неудобство от своего состояния, не обратились к психиатру сами, а как бы обратились вместо этого на сайт к нам. Это такая довольно-таки интересная, на мой взгляд, позиция, но это вам решать. В любом случае, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, либо что-то непонятное из моего ответа, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!